Это все вон показала, да? Как она настраивается на этот гейм. И сирена тоже. Надо от всего отключиться. Надо забыть, что ты подаешь на выход в финал на большом шлеме в матче против Сирены Уильямс. Time. Возможно ли это? Итак, самое интересное. Не дрогнет ли рука у Роберты Винчи выиграть эту встречу? 5-4 она ведет в решающем сете и подает. Гейм на выход в финал на турнире серии «Большого шлема». Долго как-то. Линейные молчат. Не онемели, наверное. Судья права. Сколько остается до победы? Три мяча? Три мяча до чисто итальянского финала. Патрик уже ничего не записывает, он просто сидит и не знает, что происходит. Она игра в паре. Невероятно, с полулета как подняла этот мяч, а? Ну, потрясающе, просто потрясающе. Она идет к сетке в такой важный момент. За счет своих активных действий выиграла это очко Роберта. 30-0. Два мяча до чисто итальянского финала. Один мяч. Тройной матчбол у Роберты Винчи. 40-0. Ровно 2 часа играют. Флавия Пинетта в финале. Роберта Винчи может составить ей компанию. Сирена Уильямс. 3 больших шлема в этом году. 21 за карьеру. Не проигрывает здесь, в Нью-Йорке, с финала 2011 года. Роберта Винчи в финале. В финале US Open, обыграв Сирену Уильямс. Невероятно. Потрясающе просто. Кто бы мог подумать.